Я рад вас здесь всех видеть. Наша третья CRM-конференц открыта. Конференция попадает в аудиторию. То есть это третий год, и каждый раз собирается аудитория, которая чуть больше, потом еще больше, потом еще больше. Уровень организации конференции у коллег растет прям очень сильно. Это и технологический уровень, и по организации, и по спикерам, что тоже очень приятно. CRM – это штука, которая позволяет перевести отношения в массовый формат. Поэтому CRM, конечно, в Казахстане имеет большие перспективы. Это коммуникейшн, да, нетворкинг, который позволяет нам друг с другом еще раз увидеться, узнать, как у кого дела, не через Инстаграм, а вживую получить вот ту самую энергетику, за которую мы приходим. Я, конечно, считаю, что переход к нормальным, математически обоснованным, эконометрическим методам в работе маркетинга и продаж – это очень серьезное подспорье для ответа на эти самые глобальные экономические риски. Это позволяет работать умнее, это позволяет работать эффективнее. Бизнес растет, когда растет компетенция руководителей. Поэтому мы очень рады, что мы тоже причастны к этому росту. В этом зале нет случайных людей. Это означает только одно, что каждый человек сюда пришел осознанно. Он пришел за теми изменениями, которые, я уверен, эта конференция способна им дать. Больше 600 участников, это уже мощная сила. Очень радует контент, уровень спикеров. Я хочу пожелать, чтобы все оставалось так же. Спасибо вам. Делайте маркетинг, считайте цифры, будьте молодцами, жгите.